Дорогие друзья, и снова приветствую всех, кто присоединился к нашей уже пятой по счету издательской школе. А сегодня вторая наша лекция. Здравствуйте все те, кто присоединился вновь. Приветствуем тех, кто уже слушал нашу первую лекцию нашего сегодняшнего дня. Мы продолжаем разговор на тему экология книгоиздания в самом широком смысле этого слова. И лекцию, которая, лекция, которую вы услышите сейчас, она будет касаться зеленого производства. Мы поговорим о тех технических возможностях, возможностях, которые уже существуют на сегодняшний день и относительно широко применяются э, в Германии, и о тех э, каких-то технологических новинках, которые только э, прокладывают себе путь, какие-то новые идеи, новые стартапы, которые касаются экологичного производства. Э, конечно, да, речь все время у нас о книгоиздании. И я представляю нашего любимого традиционного нашего спикера Карин Хербер Шляп. Она с нами много лет, мы уже много чего узнали и услышали э, из ее лекций. Обращу отдельное ваше внимание на то, что э, Карин э, работала 25 лет в одном из крупнейших э, издательств немецких, s фишер была там редактором литературы в направлении нон-фикшн. Карин работает консультантом, очень много лет преподает в ведущих профильных высших учебных заведениях Германии. Карин профессиональный лектор, но каждой лекции, которая проходит у нас в рамках нашей издательской школы, Карин готовится отдельно. Это не лекции, которые входят в ее какие-то традиционные программы, которые она читает для других вузов. Каждую тему, каждую лекцию для нас Карин прорабатывает отдельно. И сейчас, сегодня... Это специально для вас собранная по крупицам информация, самая, самая новая, самая свежая, самая интересная. Все, что касается зеленого, так скажем, так называемого зеленого производства на сегодняшний день. Добро пожаловать и всем желаю приятного времени. Как всегда с нами Михаил Перегудов. Михаил, спасибо, вы наш русский голос нашей издательской школы. Мы мы, 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 все вас любим и все, и все ждем лекций ваших, может сказать, ваш, вашей, озвучки, вашем, звучащей вашим голосом. Спасибо вам и, собственно, приглашаю. Спасибо, Анастасия. Привет и Deutschland. Здравствуйте, друзья. Приветствую вас из Германии. Спасибо, ich darf heute zu Ihnen sprechen. Unser Beitrag lautet also auf dem Weg zur grünen Buchproduktion, wie die deutsche Buchbranche nach Möglichkeiten sucht, ökologischer zu arbeiten. Меня сегодня попросили вам рассказать про зеленое производство книг в Германии, как немецкая книжная отрасль ищет способы работать экологичнее. Inhaltlich sind wir schon auf dem deutschen Markt sehr weit, wenn es darum geht, Bücher zum Thema Ökologie und Nachhaltigkeit zu veröffentlichen. Es gibt sehr viele Romane, die sich dem Thema Umweltschutz mit, äh, widmen mittlerweile. Es gibt Ratgeber zum Thema Umweltschutz. Es gibt Kochbücher zum naturgemäßeren Kochen und so weiter. Inhaltlich ist der Markt sehr gut besetzt. Если говорить про содержание публикуемых книг, про то, о чем они, то в этом плане в Германии все хорошо, потому что публикуется уже огромное количество книг про устойчивое развитие, про экологию, про то, как вообще зеленее жить. Есть даже романы на эту тему. Разумеется, есть полно справочной литературы, есть даже поваренные книги, кулинарные книги, где содержатся рецепты с учетом экологических каких-то требований. Aber die große Frage ist ja, wie ökologisch arbeitet die Branche selbst. Und jetzt können wir die erste Folie auflegen. Das große Thema bei der Buchproduktion, Peter Kraus vom Kleff hat es in seinem vorherigen Vortrag hier auch schon gesagt: Das große Problem der Buchproduktion ist das Papier. Но главный вопрос, конечно, не в содержании, а в том, как возникает сама книга как продукт, насколько экологично работают немецкие издательства. И как вы уже слышали из доклада Петра Крауса фон Клефа, если вы были с нами сегодня утром, самое главное тут – это бумага, потому что это основное сырье для изготовления книг. Der weltweite Durchschnitt ist 80 Prozent aller Bücher werden gedruckt, werden auf Papier gedruckt und verkauft. Und das gilt so in etwa auch für den deutschen Markt. В среднем по миру 80% всех продаваемых книг напечатаны на бумаге. Так или иначе, бумага используется как сырье, и, конечно, для Германии это тоже выполняется. Und das bedeutet für den deutschen Markt, wo wir jährlich so knapp 80.000 Neuerscheinungen haben, 80.000 verschiedene Bücher, die neu auf den Markt kommen, dass wir in etwa 400 Millionen gedruckte Bücher pro Jahr in den Markt stellen. И если обратить внимание на немецкую статистику, то каждый год на рынок Германии попадает 80 тысяч, 80 тысяч новых наименований книг. Совокупный тираж – это где-то 400 миллионов экземпляров, которые каждый год покидают стены типографии. Es ist also ein enormer Bedarf an Papier, was dazu führt, dass es einen enormen Bedarf an Holz gibt für die Papierherstellung und einen enormen Bedarf an Wasser für die для того, чтобы столько напечатать, необходимо огромное количество ресурсов. Нужно очень много древесины, чтобы произвести очень много бумаги. И при производстве этого количества бумаги тратится невероятное количество воды. The World Wildlife Fund schätzt, dass in etwa jeder zweite industriell genutzte Baum für die Papierherstellung gebraucht wird. По оценке Всемирного фонда дикой природы, каждое второе срубленное в промышленных целях дерево идет на производство бумаги. Die Folge davon, Holz ist begehrt, Holz ist teuer. Die deutsche Wirtschaft, die Holzwirtschaft klagt gerade, die Bauwirtschaft, dass zu wenig Hölzer am Markt sind, dass zu viel exportiert wird, zu wenig importiert wird. Es ist ein rarer Rohstoff. Er wächst zwar nach, aber langsam und das schlägt sich im Moment sehr auf die Preise nieder, die Holzpreise und natürlich dann auch die Papierpreise. Так что древесина сырье популярное. Оно пользуется очень большим спросом, и оно дорогое, потому что его не так много. Сейчас, например, представители строительной отрасли в Германии жалуются, что им не хватает дерева. Очень много древесины идет на экспорт и очень мало импортируется. Поэтому, как я уже сказал, спрос большой. Да, это сырье возобновляемое, но возобновляемое медленно. Деревья растут не быстро. Естественно, высокая цена на древесину отражается и на цене на бумагу. Papier ist sehr aufwendig in der Produktion. Der Vorteil allerdings, Papier lässt sich gut recyceln. Und da ist Deutschland, wir haben ja so ein sehr ausgeklügeltes System der Abfalltrennung, da ist Deutschland schon ziemlich gut dabei. In Deutschland wird äh, bei, für Buchpapier in etwa eine 3,3-fache Menge Recyclingpapier im Vergleich zu neuem Papier verwandt. Бумагу сложно производить. Это довольно комплексная технология, но у нее есть преимущество. Бумага хорошо подается вторичной переработке и использованию. В Германии очень хорошо устроена система обращения с отходами, в частности, сортировка бытовых отходов. И надо сказать, что в книжной отрасли используется примерно в 3,3 раза больше макулатуры, то есть переработанной бумаги для производства книг, чем бумаги абсолютно новой. Und trotzdem sind wir Deutschen Weltmeister im Papierverbrauch. Jeder, jede Deutsche, jeder Deutscher verbraucht pro Jahr 227 Kilogramm Papier. Wenig für Bücher, viel aber auch für Zeitschriften, Verpackungen und so weiter. Das kommt ja noch alles dazu. И все равно немцы чемпионы мира по использованию бумаги на душу населения. Каждый немец в среднем в год тратит 227 килограмм бумаги. И в основном это не книги. Это скорее периодические издания, журналы, газеты и упаковка. Deswegen ist der deutsche Papiermarkt und damit dann auch der deutsche Buchmarkt schon ziemlich weit, was es äh, angeht mit Recyclingpapieren zu arbeiten. Бумаги, рынок, Standard und jetzt können wir die nächste Folie einblenden Standard sind das hat auch Peter Kraus vom Kleff schon gesagt diese FSC zertifizierten Papiere. Них, упоминал, бумага, FSC. Es gibt noch viele, viele weitere Siegel. Das muss man auch sagen. Und es gibt viele Behauptungen, was Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Klimaneutralität betrifft. Ich beschränke mich jetzt hier wirklich nur auf diese beiden Siegel, weil das die einzigen sind, über die es zu sprechen lohnt. На самом деле этих сертификатов, различных значков, логотипов огромное множество. Но я в целом хотела бы остановиться только на этих двух, на FSC и на Голубом Ангеле, потому что, в принципе, только эти два по-настоящему заслуживают, чтобы о них говорили. И da ist ausgerechnet das FSC-Siegel, mit dem die deutschen Buchverlage so wuchern und sich schmücken von den beiden Möglichkeiten das wesentlich schwächere Siegel. Надо сказать, что из тех двух, что вы видите перед собой, стандарт FSC, который вы видите, ну, пожалуй, везде в Германии, все очень им гордятся и любят его на книжках печатать, так вот он послабее. Das Forest Stewardship Council ist eine Organisation für die Absicherung wichtiger Umwelt- und Sozialstandards im Wald. Es heißt also, es geht da mehr um verantwortungsvolle Waldwirtschaft als um einen ökologischen Waldbau. Организация FSC занимается соблюдением и разработкой социальных и экологических стандартов в области лесного хозяйства. То есть для них самое главное – это устойчивое использование лесов, а не столько бережное обращение с бумагой и с ресурсами. А папиер, который fsc Siegel ausgezeichnet ist, hat den Hintergrund, dass die Naturrohstoffe wieder aufgeforstet werden. dass der Wald nicht geschädigt wird beim Abholzen, dass die Waldarbeiter einen ordentlichen Mindestlohn bekommen. Es sind also mehr sozial- und biologische Standards als wirklich chemische und Umweltstandards. In dem ist lawan Организатор следит за тем, чтобы лесопосадки восстанавливались, если леса вырубают, чтобы при вырубке леса насаждением наносился не такой большой ущерб, чтобы работники лесной отрасли получали определенный уровень оплаты труда. Они добились введения минимального уровня оплаты труда для этих людей. В общем, для них скорее важны социальные и биологические аспекты всей этой истории, чем непосредственно, скажем, химия и технология, которая используется при производстве бумаги из древесины. Dazu kommt, wenn man sich das Siegel genauer anschaut, es gibt drei verschiedene Stufen. Es gibt den 100% Standard, das heißt, das gesamte Papier ist mit FSC-Siegel äh, zertifiziert. Es gibt ein Mixpapier, das sind nur 70% aus nachhaltiger Waldwirtschaft, 30% können von wo auch immer herkommen. Und es gibt das 100% Recycled Papier, das allerdings noch nicht einmal einen Chemikalieneinsatz ausschließt. Кроме того, если внимательно почитать стандарты, существует три разных сорта продукции. Все они получают логотип FSC, все они сертифицированы, но по-разному. Первый вариант. На 100% сделаны из сырья, которые выращены в соответствии с принципами устойчивого развития, устойчивого лесоиспользования. Далее, смешанный сорт. Там на 70% все хорошо из вот этих вот устойчивых лесопосадок, но 30% бумаги могут быть вообще откуда угодно. И, наконец, третий сорт FSC Recycled. На 100% из макулатуры это хорошо, но никак не регулирует использование химии при производстве э, бумаги. Und jetzt well, die traurige Nachricht. Welches Papier ist das, is was am in der deutschen Buchproduktion eingesetzt wird? FSC-Siegel, nämlich das Mixed-Papier. Ну и как вы думаете, что чаще всего используют немецкие издательства? У меня для вас плохие новости. Это самый нестрогий стандарт. Это FSC-Mix. Aber es gibt ein anderes Siegel, den Blauen Engel, ein wesentlich mit wesentlich schärferen Vorgaben. Das ist ein Papier, was aus 100% Altpapier stammt, was keine Chemikalien enthält, was selbstverständlich auch eine nachhaltige Waldwirtschaft im Hintergrund hat, aber was in der gesamten Verarbeitung ökologisch und nachhaltig ist. Aber es gibt einen Standard, der viel ist. Das ist Blaue Engel. Это значит, что бумага сделана на сто процентов из переработанного сырья. Там нет никакой химии. Лес для нее тоже был выращен в соответствии с принципами устойчивого развития. То есть здесь предусмотрен весь комплекс мер, который позволяет обеспечить охрану природы. Das wäre das perfekte, nachhaltige Umweltpapier, aber es ist, wie gesagt, auch das Umweltpapier, das von der Masse der Buchproduktion her nicht verwendet wird. То есть, наверное, эта бумага лучше всего подходила бы для печати экологически чистых книг, но именно бумагу по этому стандарту используют в книжном производстве реже всего. Morgen, wenn der Ökom Verlag sich vorstellt, wird, dann wird Ihnen dieses Papier wieder begegnen. И, кстати, завтра, если вы придете на доклад представителя издательства Ökom, e наверняка вы с этой бумагой еще раз встретитесь. Holz, Papier, gilt es zu vermeiden. Doch was wären die Alternativen? Итак, надо стараться избежать использования древесины для производства бумаги. Хорошо. Какие есть, есть альтернативы? Да, können wir zur nächsten Folie gehen. Eine Möglichkeit ist das Graspapier. Die Idee, Holzfasern durch andere Pflanzenfasern, welcher Art auch immer, zu ersetzen. Вот первый вариант. Бумага из травы. Э, бумага основана на древесном волокне, и мы пытаемся это древесное волокно заменить другими волокнами растительного происхождения. Es ist keine neue Idee. Das ist schon eine Sache, in der seit seit etwa 200 Jahren gearbeitet und geforscht wird, mit der Vorstellung, ein leichter und schneller Nachwachsen des Stoff für den Zellstoff zu gewinnen. Идея не новая. Её уже лет 200, уже 200 лет идут исследования в этой сфере. И, собственно, смысл в том, чтобы заменить одно растительное сырье другим растительным сырьем, которое просто быстрее растёт, быстрее восстанавливается, возобновляется. Aber Sie können im Hintergrund der Folie, was äh, Graspapier ist, was ein Bild, eine Aufnahme eines Graspapiers ist, schon sehen, dass es sich nicht uneingeschränkt für die Buchproduktion empfinde, äh, eignet. Если вы присмотритесь к ладу, вы видите, что для фона я как раз выбрала крупный план вот такого листа бумаги, сделанного из травы. Так она выглядит, и наверное вы уже понимаете, что на такой бумаге напечатать далеко не каждую книгу. Dann können wir zur nächsten Folie gehen und dann schauen wir uns die Vor- und Nachteile an. Klar, Gras wächst sehr viel schneller nach als Holz. Вот собственно список преимуществ недостатков такой бумаги. Очевидно, трава растет быстрее деревьев. Das Gras wächst überall, es lässt sich leichter ernten, man muss es nicht äh, importieren. Трава растет везде и её легче собирать, не нужно импортировать из за рубежа. Bei der Herstellung verbraucht man wesentlich, wesentlich weniger Wasser als bei der Holzherstellung, weil Holz durch seine Struktur erst gelöst werden muss, dass die Fasern äh, gelöst werden müssen. Das ist das Wasseraufwendige, das hat man bei Gras oder anderen Pflanzenfasern nicht. при использовании, при производстве, вернее, такой бумаги используется гораздо, почти на 99% меньше воды, чем при производстве бумаги из древесины. Это связано со структурой сырья. Для того, чтобы получить хорошую массу из древесных волокон, надо потратить много воды, чтобы эти волокна как бы разжижить, чтобы отделить их друг от друга. В случае с травой волокна совершенно иные, они мягкие и гораздо легче поддаются такой обработке. Und gerade wenn man vom Wasserverbrauch ausgeht, ist der Unterschied eklatant. Pro Tonne Frischfaser-Zellstoff für Papier werden 6.000 Liter Wasser verbraucht. Pro Tonne Graspapier gerade mal 6 Liter, ein Tausendstel. Я вам ещё раз продемонстрирую, насколько сильно отличается количество воды для того, чтобы произвести одну тонну бумаги из обычной целлюлозы, надо потратить шесть тысяч литров воды, чтобы провести такую же тонну бумаги, но уже из травы, из травяного волокна, надо всего 6 литров, разница в тысячу раз. Wo leichter verarbeitet werden kann, ist es vollkommen klar, braucht es auch weniger Energie. Deswegen wird bei der Verarbeitung von Gras zu Papier wesentlich mehr CO2 gespart. 95 Prozent CO2 kann eingespart werden. Там, где надо меньше усилий потратить на приведение сырья в должный вид, того самого волокна, очевидно, нужно затратить и меньше электроэнергии.

Очевидно, что такая бумага травяная хорошо поддается переработке, и, кстати, ее можно утилизировать вместе с другими отходами биологического происхождения. Ее можно бросить в компост вместе с другими отходами, вроде овощей или фруктов, потому что там не содержится химикатов. Wären da nicht die Nachteile? Die Nachteile, die darin bestehen, dass es kein hundertprozentiges Graspapier geben kann im Moment. Technisch ist es noch nicht möglich. Der Anteil von Gras liegt bei 40 bis maximal 50 Prozent, um ein Papier in einer halbwegs brauchbaren Qualität zu bekommen. Звучит очень хорошо, но есть минусы. Они все портят. Например, пока технология не позволяет производить бумагу на 100% состоящую из травы. Ее доля может достигать 40, ну максимум 50%. Остальную массу надо чем-то еще заполнять, чтобы эта бумага была хоть какого-то приемлемого качества. Wenn man ein ungefärbtes Papier haben muss, muss man bleichen. Möchte man ein ökologisch korrektes Papier, darf man nicht bleichen. Und das bedeutet durch den äh, Zusatzstoff von Gras, wir haben eine leichte Färbung. Erinnern Sie sich an die letzte Folie. Чтобы бумага была хорошего качественного цвета, ее нужно отбеливать, иначе у нее будет цвет более природный, скажем так. Но если бумага должна производиться по экологическим стандартам, никаких отбеливателей использовать нельзя. Поэтому, очевидно, травяная бумага будет все-таки иметь некоторый природный естественный оттенок. Она будет не белой. Вы помните наверняка фон предыдущего слайда. Вот такой. Deutschland wird Graspapier produziert, aber es wird überwiegend im Verpackungsbereich eingesetzt. Es wird für mindere Papierqualitäten verwandt, wie für Toilettenpapier, Papiertaschentücher, für Pappbecher und dergleichen mehr. В Германии производится и используется такая травяная бумага, но она пока используется скорее там, где не нужно слишком уж высокое качество. Например, что это? Упаковка, туалетная бумага, бумажные носовые платочки или одноразовые стаканчики. Es wird weniger im Buchdruck eingesetzt, vor allen Dingen nicht von, äh, sagen wir mal, äh, Publikumsverlagen, von herkömmlichen Verlagen im ökologischen Bereich. Ich kann mir vorstellen, dass auch äh, der Ökom-Verlag auf Graspapier druckt, zumindest teilweise bei ökologischen Verlagen wird es eingesetzt, bei anderen nicht, obwohl Graspapier von einigen gängigen Druckverfahren äh, gedruckt werden kann. И в типографиях бумага это тоже не очень прижилась. Ее не используют крупные издательства, которые специализируются на художественной литературе. Максимум, где вы можете ее встретить, это издательство, для которых экология важна, и это часть их профиля. Вот издательство Эком, которое завтра будет выступать, скорее всего, такую бумагу тоже использует. другие вряд ли. Хотя эта бумага подходит абсолютно для всех известных сегодня технологий печати. Aber, und das ist das grundlegende Problem von allem, Standard ist in aller Regel dort, wo die Masse produziert wird. Und da Graspapier sich für den Buchdruck in keiner Weise bislang irgendwie groß durchgesetzt oder angeboten hat, gibt es auch ganz wenige Druckereien, die sich darauf einlassen, Graspapier zu bedrucken. Но это, в принципе, довольно естественное развитие событий, потому что чаще всего и активнее всего используют то, на чем печатается подавляющая масса книжных изданий сегодня. Очевидно, все идут вслед за основной долей рынка. А травяная бумага пока на книжном рынке в среди издательств не очень распространилась, именно поэтому типографии ее предлагают и закупают с трудом, ее очень мало. Einen Verlag kann ich Ihnen vorstellen, der 100% ökologisch arbeitet. Das ist dann auch die nächste Folie, der mata Verlag. Но я ich kann Ihnen вам представить одно издательство, которое на процентов работает в соответствии с принципами защиты окружающей среды. Вот оно, издательство Mata, Mata Book. Der Mata Verlag ist allerdings kein Buchverlag im eigentlichen Sinne. Ähm, die stellen mehr Bürobedarf her, Notizbücher, Geschenkpapier, Grußkarten, Briefumschläge fangen jetzt erst mit Büchern an. Однако это издательство, в общем-то, не классическое книжное издательство, как мы привыкли его себе представлять. Они издают скорее офисную продукцию. То есть это записные книжки, календари, ежедневники, блокноты, поздравительные открытки, конверты для писем. Только сейчас они приступают к изданию книг. es ist ein verlag der sogar nicht nur äh, ökologisch arbeitet äh, arbeiten möchte sondern sich als veganer verlag versteht das heißt sämtliche zutaten die es braucht um ein buch zu produzieren sind ökologisch und ohne verwendung tierischer materialien. Это издательство не просто работает очень экологично, они считают себя еще и веганским издательством. То есть все, что необходимо для производства книги, не содержит продуктов животного происхождения в какой бы то ни было форме. Auf der nächsten Folie kann ich Ihnen einige Produkte des Martha Verlages zeigen. Man sieht also sehr schön links die Geschenkbücher, rechts einen Kalender. Вот на этом слайде вы видите пример их продукции. Слева это подарочные книги, uh, тут календари также есть. Und in der Mitte etwas ganz, ganz Schönes. Das ist auch ein Buch, eine, mit einem ganz besonderen Umschlag. In diesem Umschlag, man sieht es auf dem Bild und so leichte Erhebungen. Das ist ein Samenpapier. И в середине очень интересный пример. Может быть, вам его видно, особенно на нижней картинке, где снимок крупным планом. Видите, бумага такая неровная. Эти неровности – это семена, из которых бумага отчасти состоит. Der Mata Verlag baut also in seinen Umschlagsbezug Pflanzensamen ein, Blumensamen ein. Und wenn man möchte, kann man dann das Papier ablösen vom Buch, in die Erde legen, schön wässern und es wird eine kleine Blumenwiese. Это цветочные семена. Издательство любит цветочные семена использовать при производстве материала для обложки. И при желании, когда книга вам больше не нужна, вы можете эту обложку отделить, бумагу просто положить в землю, и если вы будете ее прилежно поливать, из нее вырастут цветы. Produktion, also 100 Prozent ökologisch, 100 Prozent vegan. Und das passt natürlich dann auch zum Anspruch des Verlages. Deswegen stört das gelblich-bräunliche Papier äh, überhaupt nicht. Im Gegenteil, es unterstreicht den ökologischen Ansatz. Итак, это на 100% экологически чистая бумага, на 100% соответствует веганским принципам. Это, в общем-то, и есть профиль издательства, они этого и хотели, поэтому их совершенно не смущает такой слегка э, желтовато-коричневый цвет их изделий. Это тоже символ того, за что они выступают. В следующем мы индустрию. Конечно, для этого всего нужны поставщики, необходимые представители смежных отраслей промышленности. Es gibt äh, bislang in Deutschland einen äh, Anbieter für Graspapier, einen Produzenten, der in Deutschland ansässig ist, aber weltweit exportiert, Crea Paper. Компания, Crea Paper aber das eben, wie gesagt, ein Produzent, der bislang wenig für die Papierproduktion arbeitet, sondern überwiegend Verpackungsmaterialien herstellt. Und den passenden Drucker dazu gibt es auch. In Stuttgart gibt es die Grasdruckerei, der Name sagt es ja schon, Deutschlands erste pa Druckerei, die auf Graspapier arbeitet und äh, die sich eben auch einem veganen und klimaneutralen Produ äh, Produktion verschrieben hat. На этой бумаге кто-то должен печатать. И такая типография в Германии тоже есть. Называется D Graskerei травяная типография. Название уже думаю говорит само за себя. Они находятся в Штутгарте и печатают на травяной бумаге, стараясь соблюдать веганские принципы принципы климатической нейтральности. The next möglichkeit, pflanzenfasern zu ersetzen, das wäre auch die nächste Folie besteht in Steinpapier. A вот еще, also diskutiert äh, wild diskutiert wird in deutschland das steinpapier schon länger die meinung reicht von das ist nichts anderes als eine beschreibbare plastiktüte bis hin zu das ist die, das drucksubstrat der zukunft Об этой бумаге, о таком виде сырья в Германии уже давно идут очень горячие, ожесточенные дискуссии. Спектр мне недостаточно широкий. От того, что это фактически просто пластик, на котором мы берем и пишем, до того, что именно это и есть наше сырье будущего. Hintergedanke ist wieder, wie kann man Holz ersetzen? Die Lösung besteht darin, dass man Stein nimmt, Calciumcarbonat, äh, entweder Marmor oder Kalkstein, ganz fein malt und dieses Puder mit einem Hartpolyethylen, einem Kunststoff, den man erhitzt als Flüssigkunststoff, verbindet und diese Masse zu dünnem Papier auswalzt. В принципе, это очередная попытка чем-то заменить древесину, чем-то заменить целлюлозу. И вот в качестве замены используется карбонат кальция. Это мрамор или известняк, который очень мелко перемалывают, практически в порошок. Далее смешивают с полиэтиленом высокой плотности. Это жесткий полиэтилен, который при нагреве становится жидким. Вот это все смешивается. И потом на прокатном стане из этого делают тонкие листы бумаги. Die Idee stammt aus Taiwan. 1998 kam das erste Steinpapier auf. Und so absurd das für uns im ersten Moment klingt, es funktioniert in der Tat sehr gut. Wir können die nächste Folie uns die Vorteile anschauen. Эта идея появилась впервые на Тайване в 1998 году. Тогда впервые была успешная попытка производства такой бумаги. И удивительным образом, хотя вообще довольно абсурдная мысль, как эта бумага из камня, оказалось, что эта бумага очень хорошая. Вот посмотрите на преимущества. Ganz klar: кальциум, карбонат гипс урал и там ничего транспортированного, да, ничего не Очевидно, камня везде полно, количество почти что не ограничено. Не надо ничего никуда возить и экспортировать и так далее. Der Wasserverbrauch fällt fast vollständig weg. Ein Pulver und ein Kunststoff werden miteinander verschmolzen. Da braucht es kein Wasser, da wird nichts ausgeschwemmt. Eine Studie hat festgestellt, dass es zwei Drittel CO2 eingespart werden bei der Produktion, fast 100 Prozent Wasser, natürlich 100 Prozent Holz eingespart werden und dass das Ganze sehr viel energetischer ist. На две трети согласно исследованиям удается снизить уровень выбросов CO2 почти на сто процентов отказаться от использования воды и разумеется, древесины. и в целом с точки зрения потребления энергии эта бумага выглядит очень хорошо. Dieses Steinpapier hat eine имеет Es ist sehr viel feiner. Es ist ein bisschen stabiler als das holzhaltige Papier. Es ist reisfester. und es gibt es halt eben es ist dadurch, dass es ja ein, ein weißes Steinpulver ist, ein rein weißes Produkt. Эта бумага еще и на ощупь немножко другая, чем та, к которой мы привыкли. Она гораздо мягче, на ощупь она как будто прочнее, стабильнее, она гораздо сложнее рвется. И поскольку для ее производства используется каменный порошок, у нее потрясающий белый цвет. Белее, наверное, не бывает. Aber man muss ein paar Dinge beachten und das macht es natürlich für die Massenproduktion im Moment wieder uninteressant, weil die wenigsten Druckereien willig und bereit sind, sich beim Drucken auf andere Farbsättigung und so weiter andere Farben einzustellen und Papier, Steinpapier zu verarbeiten. На этой бумаге можно прекрасно печатать, но крупным типографиям она все еще не интересна, потому что для того, чтобы эту бумагу использовать, нужно очень серьезно перенастроить все печатные станки. Там нужна другая насыщенность краски и многие другие параметры отличаются от тех, что используются для обычной бумаги. И типографии в основном не готовы перенастраивать оборудование. Die Nachteile, und da hätten wir dann die nächste Folie bitte, die Nachteile, es ist etwas grundsätzlich etwas schwerer, das heißt, ein Buch mit gleicher Seitenanzahl hat, da das Papier grundsätzlich etwas durchsichtiger ist, man muss ein stärkeres Papier nehmen, ein höheres Gewicht, was sich dann natürlich wieder beim Transport auswirkt. Есть недостатки. Первый из них это, собственно, удельный вес. Каменная бумага в целом будет тяжелее. Если мы возьмем две книги, где будет одинаковое количество страниц, но одна будет напечатана на обычной, а другая на каменной, то вторая окажется тяжелее, а это в свою очередь оказывает негативное влияние на всю логистику и транспортировку. Man braucht natürlich Erdöl, um den Kunststoff herzustellen. Das schon. С одной стороны, для того, чтобы произвести пластиковый компонент бумаги, нужна нефть, это сырье для производства этих пластиков. Но с другой стороны, мы отчасти можем этот негативный эффект компенсировать на этапе производства. Druck und Bindung verhalten sich ein bisschen anders. Es ist halt eben nicht ein Papier, wie wir es kennen, das Feuchtigkeit aufsaugt, Flüssigkeit aufsaugt. Es braucht also andere Klebeverfahren, um es zu einem Buch zu binden. Особенности бумаги, в частности, то, что она не впитывает влагу, в отличие от обычной бумаги на древесной основе, разумеется, влияют и на переплет книги. Когда переплетаешь, нужно использовать совсем иные виды клея, именно потому что влага не впитывается. Man kann nicht alle Druckverfahren anwenden. Thermische Druckverfahren wie Laserdruck geht zum Beispiel nicht, weil der Kunststoff bei circa 70 Grad wieder flüssig wird. Und das heißt also, das Papier würde beim Druck wieder wellen und, und zerstört werden. Кроме того, нужны другие технологии печати. Точнее так, не все технологии печати подходят для такой бумаги. Термические вот точно нет, потому что пластик уже при 70 градусах по Цельсию вновь начинает становиться жидким. То есть бумага при печати пойдет волнами и будет разрушаться. Da sich das Papier noch nicht in der Breite durchgesetzt hat und bislang so wenig verwandt wird, ist natürlich der, der Preis auch noch etwas höher. Vor allen Dingen, wenn es die Oberfläche für einen Farbdruck behandelt wird. behandelt wird. Und was für den deutschen zum Markt vor allen Dingen auch ein entscheidender Faktor ist: Das Papier wird nicht hier hergestellt. Produktionsstandorte im Moment China, Taiwan, in Iran wird aber mit schlechterer Qualität produziert. Mit anderen Worten, es wäre wieder ein 100-prozentiges Importprodukt. необходимо обрабатывать поверхность дополнительно для цветной печати, и это увеличивать стоимость. Но еще один для Германии важный фактор – эта бумага не производится в стране. Вы видите центры производства – Китай, Тайвань, Иран тоже, да, но там качество будет похуже. То есть для Германии это был бы на 100% импортный продукт. Dein Papier ist recht wasserfest, es ist stabil, reißfest, es verbrennt nicht so leicht, es ist sogar antibakteriell. Deswegen wird Steinpapier in Deutschland auch wieder viel im Verpackungsbereich, wo auch nicht bedruckt werden muss, verwendet. эта бумага не впитывает влагу, она очень стабильна, уже рвется, она довольно тяжело горит и обладает даже антибактериальными свойствами. Поэтому в Германии эти преимущества тоже, конечно, используются, но опять же в основном в сфере упаковки, где не надо на бумаге ничего печатать. Wird auch für Tragetaschen und Müllsäcke und Etiketten verwandt, ähm, aber dann auch dort, wo stabileres Papier sehr gut verwendet werden kann, bei Postkarten zum Beispiel. Ее используют для производства сумок, мусорных мешков, для печати этикеток и вообще там, где важна прочность бумаги, например, при печати открыток. Im Buchbereich gab es bislang mehr wenige Einsätze, äh, Kinderbuchverlage haben damit angefangen zu experimentieren, also wo vor allen Dingen das Reis und das Speichelfeste äh, von Vorteil sein kann. Auch Schulbücher, die oft angefasst werden äh, und Kalender auch äh, wurden bereits mit Steinpapier gedruckt und vorstellbar äh, ist es natürlich auch die Verwendung in dem Bereich, wo wasserresistentes Papier gewünscht ist bei Land und Speisekarten beispielsweise. эти виды бумаги в книжной отрасли сейчас потихоньку начинают использоваться, но, безусловно, в тех отраслях, где важны особенные свойства бумаги. Детские издательства активно экспериментируют с таким видом сырья, с каменной бумагой. Особенно, конечно, интересно то, что она плохо рвется и не впитывает слюну, то есть любую влагу. Издательства, которые занимаются школьными учебниками, тоже потихоньку пробуют использовать каменную бумагу. Календари на ней печатают,

и вот вам пример компании, которая специализировалась на производстве такой бумаги. Ее основал Хантер Блист, он американец, потом он приехал в Германию, чтобы в Штутгарте изучать технологию печати, дальше уехал в Китай и там как раз основал компанию по производству каменной бумаги. Neulich ein interview mit Hunter Pliss also Interesse Я verschiedenen, verschiedenen und, und ja, недавно читала его интервью, и он говорит, что уже продает эту бумагу практически по всему миру, то есть интерес к такому сырью, безусловно, есть, но пока о широком распространении ее абсолютно везде в книжном мире говорить не приходится, она еще от этого бесконечно далека. So, jetzt waren wir beim Buch Innenleben. Aber Bücher haben ja nicht nur ein Buchinnenleben, sondern auch ein Außen. Die Umschlagsmaterialien müssen wir uns noch anschauen. Что же у книги безусловно многообразная, многогранная, я бы даже сказала, жизнь. Есть внутренние грани этой жизни, это собственно сам книжный блок, но есть еще и внешние грани, книжная обложка. Jetzt können wir die nächste Folie nehmen. Und dazu können wir feststellen hier bei den Umschlagsmaterialien, was die Cover angeht, die Covergestaltung. Hier haben deutsche Verlage gerade im Unterhaltungsbereich, wo also die allermeisten Bücher verkauft werden, in den letzten Jahren sehr, sehr viel auch umweltschädliches in Optik und Haptik investiert. Обложка должна привлекать внимание, особенно в сегменте развлекательной литературы, а это самый большой сегмент, там печатается и продается больше всего книг. И немецкие издательства для того, чтобы привлечь внимание к книге ее внешним обликом, в последние годы использовали массу вредных очень технологий. da wurde gerade bei den äh, im krimi im spannungsbereich krimi-thriller und bei den historischen romanen sehr viel gearbeitet mit neonlackierung der cover mit goldfolien auch mit Relieflacken und fluoreszierenden farben die allesamt sehr umweltschädlich sind Если вы представите себе отдел в книжном магазине, где продаются детективы, триллеры, приключенческие романы, исторические романы, вы поймете, что я имею в виду. Там будет масса неона, золотых всяких пленок, золотая фольга, рельефная печать, флуоресцирующие краски. Это все очень вредно для природы технологии. Das wird jetzt mit dem wachsenden Bewusstsein äh, einer nachhaltigeren Buchproduktion endlich ein ganzes Stück weit zurückgefahren. Man kehrt also wieder zu, äh, ab von diesen Veredelungen und beschränkt sich auf Klassiker wie Hochprägung und Tiefprägung, um so einen dreidimensionalen Effekt zu erreichen, verwendet wieder andere Papiere, offene Papiere, beschichtet nicht mehr alles mit Kunststoff und verzichtet eben auf die schädlichen Lackierungen. Но сейчас все-таки экосознание распространяется среди населения и среди издателей тоже, поэтому наконец-то они начали от этого отказываться и все-таки стараться привлекать внимание и добиваться красивого оформления другими более традиционными способами. Это, в общем-то, классические способы обработки бумаги. Это высокое и глубокое тиснение для того, чтобы добиться объемного 3D-эффекта. Это использование разных сортов бумаги для обложки, отказ от пластика, отказ от ярких флуоресцирующих красок. Это все гораздо полезнее. Es gilt also, wenn man die Umschläge anguckt, weniger ist mehr. Einerseits, andererseits sprechen die Verlage natürlich davon, dass sie weiterhin angemessene Cover- und Einbandmaterialien verwenden. То есть с одной стороны, в целом принципу меньше, значит больше, и стараются отказаться от кричащего оформления, но все-таки, конечно, обложки внимание уделяется по-прежнему und angemessen bedeutet wie es eine Vertreterin des Lübbe Verlages ganz deutlich gesagt hat Ken Follett hat schon immer einen Goldschnitt eine Goldschrift gehabt auf dem Cover Ken Follett wird natürlich auch weiterhin mit Goldfolie ausgeliefert Издательство старается найти какой-то более приемлемый, что ли, более адекватный содержанию книги, способ оформления обложки. Но вот если вспомнить слова коллеги из издательства Люббе, где издается Кен Фоллет, она говорила, что ну, мы привыкли к тому, что если книга Кена Фоллета, то на обложке всегда будет золотой шрифт. Значит, мы и сейчас даже с этими тенденциями не сможем отказаться от золотых букв на обложке Кена Фоллета. Ein Beispiel, wie man sich um nachhaltigere, umweltschonendere äh, Umschläge und Einbände kümmern kann, äh, bildet die Büchergilde Gutenberg. Das ist dann auch die nächste Folie. Äh, пример того, как в общем можно тем не менее экологически подходить к оформлению обложки, демонстрирует книжная гильдия имени Гутенберга. Die Büchergilde Gutenberg, was kein Buchverlag ist, sondern es ist ein Buchclub. Und das macht natürlich auch den Unterschied aus, weil die Auflagenhöhen nicht so hoch sind. Die Büchergilde nutzt das und äh, ihre geringeren Auflagen und kümmert sich ganz extensiv um nachhaltige Einbände. Sie sehen es ja an dem Bild auf der Folie die Büchergilde verzichtet, also die auf, die auf jegliche Folienbeschichtung der Umschläge, sondern kümmert sich wesentlich mehr um eine äh, auffällige Grafik äh, und zwar in Verbindung des Buchumschlages mit dem Einband innen. Как видите, они отказались от какой бы то ни было обработки материала, обложки, материала переплета, ничем не покрыты и не оклеены. Они делают ставку на графику и, кроме того, на комплексные впечатления, которые создает и сама книга, и ее суперобложка. Die Büchergilde hat auch keine festen Lieferverträge mit irgendwelchen Papier- oder Leinenlieferanten und Druckereien. Das heißt, sie können wirklich losgehen und können für ihre relativ kleinen Auflagen sich Restposten von Umschlagsmaterialien kaufen. Надо сказать, что у них нет каких-то постоянных долгосрочных договоров с поставщиками бумаги, поставщиками обложек и прочей подобной продукции. Но опять же, они могут себе это позволить, потому что у них очень небольшая величина тиража в среднем. То есть им не нужны какие-то большие запасы бумаги или, скажем, ткани или для переплета. А они могут позволить себе скупать у производителей таких вещей остатки, не распроданные остатки такого сырья. Büchergilde arbeitet also dadurch äh, allein schon sehr ökologisch wertvoll, dass sie Restbestände aufkaufen, äh, die für andere zu, zu klein wären, äh, die sonst äh, nur zerstört weggeworfen wären. Äh, verwendet diese wieder auf sowohl in Weine, äh, Leinen als auch in Papierform äh, und äh, ist in keiner Weise irgendwie so auf eine hundertprozentige Qualität aus. Die Büchergilde nimmt auch wirklich Webfehler bei Leinen in Kauf, um, um nichts verkommen zu lassen, und um nichts wegwerfen zu müssen. И это, кстати, тоже очень хорошая, очень такая зеленая история, потому что они готовы покупать остатки, которые, если бы они их не купили, просто оказались бы на свалке или были бы уничтожены. Они используют остатки, как я уже говорил, льна, бумаги, и при этом не обязательно, чтобы они были идеального стопроцентного качества. В частности, они готовы покупать вот этот льняной материал, эту ткань с дефектами. Это не проблема для них.

Im Jahr 2016, da können wir auch die nächste Folie umspringen, 2016 hat der Ökom Verlag, den Sie morgen eben kennenlernen werden, bereits das erste Mal ein Hardcover ohne Folie auf den Markt gebracht. Da konnte man also sagen, ja, der Öko-Verlag, aber dann kam vor zwei Jahren der Durchbruch. Вот об этом предыдущий докладчик Петр Краусхон-Клеп вам уже рассказал. Конечно, это пластиковая пленка, в которой раньше было завернуто примерно все. Но в 2016 году на рынок вышла первая книга в твердой обложке, которая продавалась без упаковки в пленку. И ее выпустило издательство ЭКОМ, которое ждет вас в программе завтра. Но ну, вы подумайте, ладно, экологические издательства им можно отказаться от пленки. Они действительно стали первыми, но два года назад случился настоящий прорыв. Im Herbst 2018 kam dann der erste große Buchverlag, Konzernverlag, auch Ulstein mit einem Bestseller "Unverschweißt". Eben mit diesem Buch von Nele Neuhaus, einem Krimi uh, "Unverschweißt", nur gesichert mit diesem Etikett, dieser frischen Folie. 2018 год. Крупнейшее издательство «Ульштайн» выпускает на рынок бестселлер, вы видите его на слайде, это детектив, автор его Нелли Нойхаус. Бестселлер без пленки. Книжка упакована, если так можно сказать, только вот в эту вот узкую ленточку, где написано, что пленки нет, мы хотим отказаться от пластика, прощай пленка. «Ульштайн» во имя окружающей среды. Es war eine Startauflage von 300.000 Exemplaren ohne jegliche Folie. Die ganze deutsche Buchwelt hielt den Atem an. Was wird passieren? Wie werden die Leser reagieren? Wie wird der Buchhandel reagieren? Äh, der erste Tirage 300.000 Ни один из них не упакован в пленку. Книга выходит, весь немецкий книжный мир затаив дыхание следит за ее судьбой. Что же будет? Es gab so viele Vorbehalte. Die Buchhändler befürchteten, dass sie Bücher mit äh, zerstörten Schutzumschlägen bekommen, die keiner mehr kaufen möchte. Äh, dann befürchteten sie, dass die Kunden nicht eingeschweißte Bücher nicht haben wollen. Also die Ängste waren groß. все боялись, это понятно. Книжные магазины боялись, что при транспортировке суперобложку повредят, и им придет некондиционный товар, они не смогут его продать. Если даже он будет в порядке, все равно все боялись, что, может быть, читатели как-то с непривычки не захотят покупать книгу, которая ни во что не завернута. В общем, страхов было достаточно. Und dann ist die ganze Aufregung in Luft aufgelöst, es ist im Но не случилось ровным счетом ничего. Все страхи тут же растворились в воздухе. Also der Anstieg der Remissionen stieg ging, ging nicht hoch, es wurden nicht mehr Bücher zurückgeschickt, weil sie weil sie zerstört waren. Die Bücher wurden weiterhin gekauft. Roste возвратов из-за некондиции не было, возвращали не больше, чем обычно, книги покупались собственно, как и всегда. Und das, was Ulsteins anfangs noch gemacht haben, nämlich ein frisches Siegel, um das Buch geklebt, um quasi deutlich zu machen: Da hat noch niemand anders reingeguckt. Diese Idee äh, auf dem Siegel steht auch noch: wir wollen auf Plastik verzichten. Also diese Idee war nur anfangs für, das, für, die, für die ersten äh, Bücher ohne Folie noch nötig. dann hatte sich dann war die Idee angekommen und jeder hatte sie verstanden. Вначале Ульштайн придумал все-таки вокруг книжки обернуть такую своего рода пломбу, по которой можно судить, что книгу до вас действительно никто не открывал и не читал, на ней написано, как я уже говорил, что они отказываются от пластика. но это понадобилось только для первой части тиража, потом всем и так все стало понятно и необходимость в такой пломби отпала., das einzige, was blieb ist im Nachhinein noch der Spot, denn dieses frische Siegel, was Ulstein aufgeklebt hat, bestand natürlich auch Единственное, издательство, в общем, заслужило отчасти насмешки, потому что вот эта вот ленточка, да, как бы пломба свежести, назовем ее так, состояла и была сделана, как ни странно, из пластика. Над ними посмеялись, хотя на ней написано «без пластика». Aber so praktisch eine Folie auch ist, es ist ein wunderbarer Schutz. Man kann in der Tat darauf verzichten. Auf dem deutschen Markt hat sich die Folie bei den allermeisten Publikums- und viel Es äh, ist, ist mittlerweile Standard geworden. Ähm, eingeschweißt werden nur noch sehr, sehr teure Bücher natürlich, sehr bibliophile Bücher und, wie auch Peter Kraus von Kleff gesagt hat, Bücher mit einem sehr empfindlichen Schutzumschlag, äh, der es nicht verträgt, frei ausgeliefert zu werden. Конечно, раньше... все считали, что без упаковки невозможно, и пластик действительно очень хорошо защищает книгу, но, как выяснилось, в принципе, отказаться от него можно без особых трудностей. И сейчас все крупнейшие издательства это сделали. Они отказались от заворачивания книг в пленку. Как сказал уже Петр Краус фон Клев, некоторые книги все-таки еще продаются в пластике, но это действительно дорогие библиофильские издания или издания с очень чувствительным к внешним воздействием обложки. Deutsche Leser haben sich daran gewöhnt, Bücher nicht mehr mit Folie zu bekommen. Wie der Verleger äh, Lendle von Hanse auch einmal sagte, bei einer Salatgurke haben wir uns ja auch daran gewöhnt, dass jemand anders schon mal die Finger dran hatte. Das wird uns bei Büchern auch gelingen. Und da hatte er recht. Так что сейчас немецкие читатели больше уже никакой пленки не ждут, они с ней окончательно попрощались. Как сказал Йохан Лендли из издательства Ханзер, мы уже привыкли, покупая в магазине огурцы, что их до нас, скорее всего, кто-то в ящике в этом трогал. Но и с книжками тоже ничего страшного не будет. Uh, der Einspareffekt uh, beim Verzicht auf Folie ist riesig. Jede Folie, jede Einzelne wiegt natürlich nur ein paar Gramm, aber bei vielen Millionen produzierten Büchern addiert sich das auf. Äh, Delius Classing, ein mittelgroßer Verlag, hat es mal ausgerechnet. Bei ihren jährlich mehr als 550.000 ausgelieferten Büchern sparen sie 1,7 Tonnen Plastikfolie. экономия, конечно, потрясающая, потому что сама по себе пленочка весит очень немного, пару грамм, но умножьте эти пару грамм на величину тиража, на миллионы книг, которые ежегодно выходят на рынок, и вы поймете, что уже один вес этой пленки уже дает там серьезную экономию. Издательство Delius Классинг» посчитали, их совокупный тираж их книг ежегодный где-то чуть более 550 тысяч экземпляров. И вот отказавшись от пленки, они сэкономили 1,7 тонны этого материала. Der Verzicht auf Folie hat andere Verlage dazu gebracht, sich Gedanken zu machen, wie kann man Folie ersetzen und das Buch trotzdem schützen? Auf der nächsten Folie sehen wir eine Alternative aus dem Hansa Verlag. Da hat man den Schutzumschlag einfach verlängert, dass er umgeklappt und um den Buchblock gelegt werden kann. Отказавшись от пленки, издательства стали думать, как еще можно защитить книгу от внешних повреждений. Вот пример издательства «Ханзер». Они просто решили сделать чуть длиннее клапаны суперобложки, так чтобы они охватывали всю книжку целиком. Это sehr schöne, sehr elegante Lösung und die Branche war voll des Lobes auch für diese Idee des Hansa-Herstellungsleiters. Leider Gottes hat sich das überhaupt nicht durchgesetzt. Очень красивое, очень элегантное решение, и издательство Ханзера многие коллеги хвалили за то, что они такое придумали, но, увы, оно популярности не завоевало в итоге. Vielleicht muss man sagen, bislang nicht durchgesetzt. Es ist im Moment daran gescheitert, dass es keine Maschine gibt, die diesen Buchumschlag umlegt und mit Klebepunkten versiegelt. Наверное, стоит сказать, пока не завоевала, потому что еще не сконструировали станки, которые могли бы автоматизировать создание такой обложки. То есть станок должен оборачивать ей всю книгу, еще и в двух местах капать клеем, чтобы она не отвалилась. Und hier zeigt sich eben, was in der maschinellen Produktion, in der Massenproduktion nicht günstig zu produzieren ist auch wenn die Idee noch so schön ist, sie setzt sich dann erstmal nicht durch. На этом примере очевидно, что даже если идея сама по себе классная и красивая, если у вас нет дешевого способа обеспечить промышленное массовое производство такой идеи, то она скорее всего не выстрелит. Einen schönen habe ich Hansa auch, das ohne Folie ausgeliefert werden sollte, ist auch schon der Hashtag ohne Folie aufgedruckt.

Ну а потом у начальника производства все-таки сдали нервы. Обложка была слишком мягкой, боялся, что запачкается, и дал ребятам в типографии команду «Бог с ней с пленкой» покоя. Вот так получилось. Написано «без пленки», однако завернуто именно в нее. — der Einsparung, der uh, Fracht und Поговорим о следующей теме, о следующем mm -hmm. аспекте существования книги. Это их перевозка, перевозка и логистика. Das große Problem besteht ja darin, dass wir beim, in, der Buch, in der Buchbranche viele, viele Hunderte, Tausende von Einzeltiteln haben, die selten nur in großen Mengen geliefert werden. Проблема заключается в том, что в книжной отрасли нередки сотни и даже, может быть, сотни тысяч наименований книг, которые издаются небольшими тиражами. Wenn eine Novität ausgeliefert wird, dann haben wir noch große Packmengen des gleichen Buches. Später dann äh, in in der Buchhandelsalltag werden Einzelbände bestellt, verschiedenste Bücher bestellt und das sind jedes Mal Einzellieferungen. a wenn eine of auf den Markt kommt, dann little bit eine riesige, große, bit of Aber dann, wenn die Bücher lebt, dann bestellen sie little bit of a oder bit ein a little bit of a dieses Problem der Kleinstbestellung wird in Deutschland, und dann können wir die nächste Folie dem, dadurch äh, ein bisschen aufgefangen, dass wir ein Barsortiment haben, einen Zwischenbuchhandel, quasi einen Großhandel für Bücher, der zwischen den Verlagen und dem Buchhandel angesiedelt ist. В Германии эту проблему отчасти удается решить за счет структуры немецкого книжного рынка. У нас есть промежуточное звено между издательствами и книжными магазинами. Это дистрибьюторы, которые, ну или оптовики их еще можно назвать, которые, собственно, обеспечивают доставку книг от первых ко вторым. Dieses, äh, diese zwischenbuchhändler die drei größten zeitfracht libri und umbreit halten ihrerseits wieder ein angebot an den meistgängigen titel vorrätig sodass ein buchhändler der am abend eines äh, seines geschäftes verschiedenste verlage äh, anschreiben müsste um einzelbestellungen abzugeben das ganze en bloc bei seinem großhändler abgeben kann. Это промежуточное звено. Крупнейшие представители этого звена, Сайт Фрахт, Либри и Умбрайт, их локотипы вы видите на слайде справа, они облегчают работу книжным магазинам. Предположим, вечером сотрудник книжного понимает, что ему надо заказать довольно много всего, и без них ему пришлось обзванивать или писать каждому издательству в отдельности, потому что книги разных издательств. Но так он может обратиться в одну точку, в одну из этих крупных компаний и получить сразу все одной посылкой. Und dann werden die Bücher, das sehen wir auf der nächsten Folie, nicht wieder einzeln eingepackt, sondern kommen in Bücherwannen, in wiederverwertbare Bücherwannen, werden über Nacht an die Buchhandlungen ausgeliefert äh, und damit werden wirklich dieses, diese unrentablen Kleinstbestellungen vermieden. Ну и смотрите, эти книги, которые заказывают оптовиков, специально никто не упаковывает. Они приходят вот в таких вот пластиковых контейнерах. Контейнеры многоразовые, их можно использовать действительно очень часто. Это тоже помогает снизить нагрузку на окружающую среду. И за одну ночь они приходят по адресу в книжный магазин. То есть нет вот этого огромного количества мелких заказов, которые все возят в картоне туда-сюда. Also auf der einen Seite Transportersparnis, auf der zweiten Seite ähm, Ersparnis von Einzelverpackungsmaterialien wieder. Und der dritte Vorteil des Barsortiments, die Lieferung erfolgt wirklich über Nacht. Und Sie können in Deutschland, das ist eine unglaubliche Serviceleistung, an einem Tag ein Buch bestellen. Ihr Buchhändler wird es Ihnen in aller Regel bis zum nächsten Tag beschaffen können. Мы экономим на, на транспортировке, нету перепробега этих грузовиков с книгами, мы экономим упаковочный материал. Ну и кроме того, это просто потрясающий, конечно, уровень сервиса, которого смогли достичь немецкие э, книжные магазины и оптовики. Как правило, книга действительно приходит по адресу за одну ночь. То есть на следующий день, если вы пришли в книжный, который вы любите, там книжки нет, вы ее заказываете и можете рассчитывать на то, что, скорее всего, уже на следующий день вы сможете там ее забрать. Ja, wie kann grüner arbeiten in der Buchbranche aussehen? Um, ein paar Beispiele habe ich noch. Как ещё можно сделать всю работу книжного мира зеленее? У меня есть ещё несколько примеров для вас. Machen wir die nächste Folie noch mal kurz, ne? So das grünere Arbeiten in der Buchbranche. Вот она, да, более grünere работа картинка подходит. passt. Ähm, damit meine ich jetzt nicht die Kochbücher. И кстати, ähm. я не про кулинарные книги сейчас.

Jetzt, genau. Momox ist ein Internet-gebraucht-Buchhändler. Die Idee dahinter, wie bei jeglichem Antiquariat, ein Buch, das einmal gelesen ist, das man nicht mehr haben möchte, kann durchaus noch andere Menschen erfreuen. Идея это, в общем, не нова, по ней все букинисты работают. Если вы книжку прочитали и вам она больше не нужна, это не значит, что она не доставит радость кому-то еще. Und Movox, hat wiederverkauf, и компания Momox, пожалуй, довела до идеала работы этой системы рекоммерции, то есть перепродажи поддержанных книг. Sie gehen auf die Website, geben die ISBN-Nummer Ihres Buches ein und ein Algorithmus äh, rechnet Ihnen einen Angebotspreis. Wie alles du auf der Momox ISBN -nummer -Nummer die du willst, und der Dieser Preis schwankt zwischen wenigen Cent, 20 Cent vielleicht und geht hin bis zu zig Euro, wenn es ein Buch ist, was wie der Algorithmus von Momox weiß gesucht wird. конечно, ценовой диапазон очень широкий. Цена колеблется, может быть, от 20 евроцентов до нескольких десятков евро, если эта книга пользуется особенным спросом или очень редкой алгоритм это знает. Wenn Sie den Preis akzeptieren, klicken Sie auf Akzeptieren, schicken die Bücher hin. Momox bezahlt Ihnen das Ganze vollkommen problemlos und verkauft die eingekauften Bücher dann wieder über einen an die Menschen, an die Kunden. Если вам все подходит, вас все устраивает, вы нажимаете кнопку согласиться, отправляете компании Momox посылку с книгами, они вам без проблем все оплачивают, включая доставку. А дальше пришедшие к ним ваши книги они сами продают с помощью интернет-магазина под названием Medimox. Это как бы вторая часть всей этой истории. Die Idee ist so, so einfach wie genial, funktioniert sehr sehr gut. Ist natürlich etwas, was Verlage und auch Autoren, da ja keine Honorare mehr fließen, ganz und gar nicht gerne sehen. Ну, в принципе, все гениально и просто. Они выполняют то, к чему не готовы издательство, потому что то, что они больше не могут продать, означает для них отсутствие прибыли. Тут уже никаких гонораров тоже в игре нет, и авторам дополнительные гонорары выплачивать не надо. Aber ökologisch sinnvoll ist es auf jeden Fall, Bücher länger leben zu lassen. Und dass es auf dem deutschen Markt bei den Kundinnen und Kunden gut ankommt, sieht man daran, dass Momox vom Umsatz her in etwa, wenn man es mit Buchhandlungen vergleicht, auf Rang 4 der deutschen Buchhandlungen liegt. Это очень экологически чистая история, потому что вы можете использовать одну и ту же книгу повторно, не надо печатать новую, тратить на нее ресурсы. И люди это оценили, читатели оценили. Об этом говорит, например, то, что с точки зрения оборота компания MOMOX находится на четвертом месте в Германии среди всех крупных книжных сетей. Mit dem Begriff Klimaneutralität arbeiten viele Verlage. Der Kampa-Verlag, ein recht junger Verlag, hat zum Beispiel sein Taschenbuch als klimaneutrale Reihe ausgelobt. Еще один термин, который все чаще и чаще слышишь в последние месяцы, это климатическая нейтральность. И многие издательства переходят на такие принципы работы. Вот довольно молодое издательство ⁇ Кампа ⁇ У них есть серия покетбуков, карманных книжек в мягкой обложке, которую они стараются выпускать именно вот в соответствии с этими принципами климатической нейтральности. was und jetzt können wir die nächste Folie einblenden, was bedeutet, dass das Papier eben ein säurefreies, chlorfrei gebleichtes ist aus verantwortungsvollen Quellen, also FSC zertifiziert ist. Что это значит? Это значит, что бумага обладает сертификатом FSC, не используется какие-то кислоты при её производстве, она отбеливается без использования хлора die bücher werden auch klimaneutral gedruckt das heißt halt eben natürlich wird energie verwandt beim drucken aber äh, es werden klimazertifikate gekauft und äh, es wird dafür in ein produkt ein projekt ein wiederaufforstungsprojekt ein klimaschutzprojekt in kenia investiert Сам процесс печати тоже организован климатически нейтрально. Ну, очевидно, что без электроэнергии напечатать ничего не получится, но потребленную электроэнергию они компенсируют, покупая так называемые вот эти вот климатические сертификаты. Деньги от их продажи идут на äh, проекты в Кении по защите климата и по восстановлению лесопосадок. Это уже высокий стандарт на немецком рынке, но все еще лучше. ist Dafür möchte ich Ihnen als Beispiel und bitte die nächste Folie dann Katapult vorstellen. Es wurde 2015 als Magazin gegründet, was Wissenschaft und Sachthemen für jeden verständlich in originelle Grafiken und Karten übersetzen. И вот об этом я хотела сказать. Издательство «Катапульт». На самом деле это журнал, который был основан в 2015 году с целью популяризовывать науку. Это такой научпоп, где сложные научные темы доносятся до читателей простым языком в форме инфографик и карт, которые легко понять, в которых легко разобраться. Auch dieser Verlag hat das Magazin natürlich auf Recyclingpapier gedruckt, leistet Ausgleichszahlungen für die Papierproduktion in Brasilien oder Peru, wohin dann auch, dass die Gelder immer gehen. Они конечно natürlich auch на переработные бумаги, они покупают эко-сертификаты, чтобы компенсировать kompensieren вред от потребленной электроэнергии, деньги от сертификатов отправляются в Бразилию, в Перу и во многие другие страны. Doch das war den Herausgebern nicht genug. Die Überlegung war, warum nur Umweltschutz dann in aller Welt fördern? Warum nicht auch vor der eigenen Haustür? Но им этого оказалось мало, они подумали, почему обязательно куда-то далеко вот это все должно уходить? У нас же перед собственной нашей входной дверью тоже есть чем заняться в собственном дворе. Die Redaktion von Katapult sitzt in Greifswald. Das ist der nordöstlichste Zipfel Deutschlands. Редакция этого журнала расположена в городке Грайфсвальд. Он на побережье Балтики находится, на самом таком северо-восточном уголке Германии. durch die entsprechendes Das ist alles biologisch gerade nicht so einfach in dieser Gegend, aber es hat eben Там, с точки зрения климата и природы, сейчас все не очень хорошо. Климат меняется, там вымирают леса, меняются экосистемы, но там много места. Und so haben die Herausgeber einfach ein paar Quadratkilometer Ackerland gekauft und haben angefangen, einen Wald zu pflanzen, einen richtig schönen Mischwald zu pflanzen. Und zwar finanziert von sich aus durch diese Ausgleichszahlungen, die sonst in alle Welt gegangen wären.

А дальше они пригласили к сотрудничеству своих поклонников, читателей, и подписчиков. Можно зайти к ним на сайт и буквально за пару кликов, пару кликов мышки заплатить им 33 евро, и на эти деньги будет посажено одно дерево. Und die letzten Zahlen, die veröffentlicht sind, das sind bislang über 1300 Bäume gepflanzt worden. И вот по самым последним данным, которые у меня были, они уже посадили 1300 с лишним деревьев. Und diese 33 Euro sind durchaus ein marktüblicher Preis. Wenn ich einen Apfelbaum, einen Birnbaum für den Garten kaufe, dann ist es in etwa so in dieser Preisklasse. Кстати, 33 Euro это абсолютно нормальная рыночная цена за одно дерево. Если вы пойдете в какой-нибудь садоводческий центр и захотите купить себе, ну, часто грушу или яблони, цена будет приблизительно такая же. Katapult ist ein Magazin für Grafiken und dafür bitte die nächste Gra äh, Folie. Die haben deswegen auch den, den Papierbedarf einmal optisch umgesetzt. Wenn das Magazin auf ein normales Papier gedruckt wird, dann sieht man links, werden 26 Fichten gefällt für die Auflage. Verwendet man Recyclingpapier, entspricht das lediglich dem Bedarf von vier Bäumen. Я уже сказал, что они специализируются на такой вот занимательной инфографике, с помощью которой объясняют сложные вещи, и вот они решили таким образом посчитать экономию древесины. Если печатать их журнал, вот этот самый номер, на обычной традиционной бумаге, нужно будет срубить 26 елок. А если использовать все экологические технологии, то количество елок сократится до 4. Seit letztem Jahr macht Katapult auch Bücher. Dazu bitte dann die Ein Buchverlag, der sich wie das Magazin dann auch äh, mit Sachbüchern und Atlanten zu gesellschaftlichen und politischen und man äh, ahnt es auch ökologischen Themen äußert. Hier eine der ersten Veröffentlichungen, wie man illegal einen Wald pflanzt. Uh, ну и в прошлом году издательство, как видно на этом последнем слайде в моей презентации, приступило к выпуску книг дополнительно к журналу. Uh, книги, в общем, печатаются в том же духе. Это нон нонфикшн и всякие атласы на важные научно-общественно-политические темы. Далеко от экологии пока не ушли. Здесь рассказано, как можно незаконно лес посадить. Да, yeah, und damit kommen wir zur letzten Folie und zum Ende, Ende unserer Stunde und der Frage, wie kann die Buchbranche nachhaltiger werden? Ну и на этом мы будем потихоньку завершать, подводя вот такой итог, это последний на самом деле слайд, как же можно в целом книжную отрасль сделать зеленее и экологически чище. Viel Luft ist noch in der Produktion. Die Frage muss man sich natürlich stellen, warum wird etwas nicht verändert? Die Antwort ist in aller Regel, weil es so wie es ist, billiger ist und schneller geht. Всего, потому, Möglich ist viel, nur ob es in der Massenproduktion dann auch überall eingesetzt werden kann, das ist immer die Frage. Es ist die Frage nach der Haltbarkeit, nach der Verarbeitungsfähigkeit. Müssen Maschinen angeschafft werden, wie bei den Umschlägen? Wie sind die Kosten? Wie ist der Zeitaufwand? Технологий на самом деле немало. Вопрос в их использовании. Как это отразится на настройки службы книги? Нужно ли будет покупать новые станки, как, например, для вот той суперобложки с удлиненными клапанами, которые обертывают книгу целиком? Какие еще нужно вкладывать средства в перестройку производства? Как это повлияет на экономические показатели? Aber trotzdem, wir haben bereits gesehen, bei der Papierproduktion gibt es auf der einen Seite Alternativen und auf der anderen Seite, Stichwort Recyclingpapier und eine höhere Zertifizierung, da ist noch sehr viel möglich. Хотя бы уже в сфере бумаги можно сделать многое. Вы видели, что есть альтернативы традиционной бумаги на древесной основе. Можно использовать переработанную бумагу, соблюдать строгие стандарты, выбирать нужный сорт, получать сертификаты. Я об этом рассказывал в начале. Die beiden Punkte, Leime, verwendete Klebstoffe und Farben, habe ich jetzt nur, äh, nur kurz berührt. Aber auch hier grundsätzlich, da gibt es äh, Farben und Leime auf äh, Kunststoff. Basis, auf Mineralölbasis, auf Polymerbestandteilbasis, die umweltschädlicher sind. Es gibt immer auch äh, Lösungen auf Pflanzenölbasis oder andere Klebstoffe. Äh, das ist nur eine Sache, die halt eben von den Druckereien oft nicht angeboten wird, weil die Maschinen bereits eingerichtet sind. Und eine Druckfarbe in der Maschine auszutauschen ist natürlich ein immenser Aufwand. Äh, ja mal краски типографские проклеи, которые используются для переплета. Хотя и здесь тоже можно много сделать. Очень часто используются сейчас э, клеящие и красящие вещества на искусственной основе, сделанные из минеральных каких-то масел, из полимеров. Это не очень полезно, как вы понимаете. Хотя уже есть технологии, которые позволяют те же самые вещества производить на растительной основе. Но типографии редко это предлагают, потому что для этого нужно либо купить новые станки, либо перенастроить старые. А чтобы это сделать, надо очистить их от старой вредной краски. Эта процедура довольно дорогостоящая и утомительные. Wenn man an die Transportkostenfrage äh, geht, äh, dann dürften sich viele Verlage, viele deutsche Verlage nochmal Gedanken machen, ob es wirklich rentabel ist, ökologisch rentabel ist, im Ausland drucken zu lassen, wie es viel passiert. Sehr viele druckaufträge werden nach China vergeben oder äh, in die Tschechai, Also äh, Bücher reisen Tausende von Kilometern alleine, bis sie erstmal auf dem eigenen Markt ankommen. Das wäre die Frage, ob auch nicht das schwer zu reduzieren ist. Еще одна история, это тот путь, который книги проделывают на транспорте. Транспортировка книг ⁇ это часто расстояние в тысячи километров, которое нужно преодолевать, потому что очень часто немецкие издательства печатают книги не в Германии, а за рубежом. И об этом мы тоже надо бы задуматься. Огромное количество заказов идет в Китай, в Чехию, а потом же их надо обратно привезти. Может быть, как-то это можно изменить. Und natürlich muss man sich auch Gedanken drüber machen, nicht nur um die Bücher, sondern auch um die ganzen Werbematerialien. Die Vorschauen, die Verlagskataloge, ob die nicht auch in einer, sagen wir mal, schlichteren und ökologisch sinnvolleren Qualität ausreichen würden. Da sind deutsche Verlage auch sehr am oberen Level der, der Ausrüstung. Помимо книг печатается много сопроводительных материалов. Это рекламные материалы издательств, анонсы, листовки, каталоги и брошюры. Их тоже, наверное, можно было бы печатать, используя чуть меньше ресурсов, пусть даже потеряв качество. И здесь, пока немецкие издательства тоже еще не до конца поработали над собой. И, über allem, natürlich, die Frage für Verleger, für das Lektorat. sind Themen, Buchthemen müssen sie als Buch rausgegeben werden? Muss auch noch ein, ein weiterer Sommerroman den Markt überfluten nur weil urlaubszeit ist und Reisezeit ist ist da nicht unter Umständen weniger mehr und die Konzentration, äh, Konzentration auf wirklich wichtige Bücher also die inhaltliche Frage, die sich sowieso jedes Verlagshaus mit jeder neuen Akquisition stellen muss? Und natürlich, das ist die отбор текстов, отбор тем. Нам точно нужен еще один роман про лето, потому что наступает пора отпусков. Это же каждый год происходит. Может быть, не все заслуживает того, чтобы быть изданным в форме книги. Не все тексты должны так появиться на свет. Может быть, действительно меньше, значит, лучше. Но отбор текстов – это ежедневная работа издательств, которые они и так проделывают каждый раз, когда планируют свой ассортимент и программу на грядущий сезон. Das war das, was ich Ihnen

Bereits gedruckte Bücher rationale wiederverwenden wollen, zum Beispiel Momox, diese Wiederverkaufsservices oder auch ganz normale öffentliche Büchereien, das alles widerspricht äh, dem wirtschaftlichen Wohlergehen und dem Wohlstand der Verlage. Da gibt es schon eine Differenz. Ja. Was meinen Sie? Wann erreichen wir ähm, die idealen Verfahren der Buchproduktion und der Buchnutzung? Ich lese die Frage kurz mal auf Russisch vor und ja. dann. Так вот, первый вопрос, который мы тут получили, звучит так. Спасибо за прекрасный доклад. Получается, что любые организации и инициативы, нацеленные на более рациональное использование уже изданных, напечатанных книг, например, сервис типа MOMOX и обычные библиотеки, входят в противоречие с экономическим благополучием издательств. Когда, как вы думаете, какова тогда, как вы думаете, с вашей точки зрения идеальная схема книгопроизводства и книгопользования? Bei Bibliotheken ist es so, dass die Bibliotheken in Deutschland die Bücher, die sie in den Bestand haben wollen, kaufen zum Ladenpreis bei den Verlagen. Und dann wird für jede Ausleihe, für jede einzelne Ausleihe wird ein kleines Honorar fällig. Das sind allerdings nur Centbeträge und es ist wesentlich weniger als was an Autorenhonoraren oder natürlich an Verlagseinnahmen für eine neue Anschaffung äh, anfallen würde. Начну с библиотек. Смотрите: в Германии, когда библиотеки покупают книги в свои фонды по абсолютно той же самой цене, что и обычные читатели в магазине. Там никаких скидок нет. Каждый раз, когда читатель берет в библиотеке книгу на руки, библиотека должна заплатить сравнительно небольшой сбор за использование этой книги. это несколько центов, как правило. Это гораздо меньше, чем обычная величина авторских донораров, которые зависят от тиража проданных книг. Also das ist, sagen wir mal, verlagsmäßig, das ist gesellschaftlich akzeptiert, dass man dort Bücher kostenfrei ausleihen kann. Bei gedruckten Büchern ist sowieso so nach einem 20 Ausleihen oder so sind die ja eh kaputt und keiner möchte sie mehr haben und es muss neu angeschafft werden. Ne? Aber da ist so der, der Nutzen, Kosten-Nutzen-Verhältnis für Verlage ist akzeptabel. Но здесь есть некая идея более высокого порядка образования и знания, доступные для всех с помощью библиотек. Это важный принцип, и поэтому все согласны с тем, что должно быть то место, где можно бесплатно взять книгу на время, чтобы ее прочитать. Но ведь книга после того, как она через 20 рук прошла, уже, как правило, мало пригодна для дальнейшего использования, надо ее менять, покупать новый экземпляр. Так что издательство в целом готово с этим мириться, и соотношение общественной пользы и расходов, которые с этим связаны, пока всех устраивает. beim gebrauchtbuchhandel wie momox oder auch wie das klassische antiquariat äh, gibt es in der tat das riesengroße problem, dass menschen, die ein buch gekauft haben, es weiterverkaufen und teil ihrer ausgaben wieder zurückholen, ohne dass der verlag irgendwie daran partizipiert. das ist ein altes problem, eben wie gesagt schon beim antiquariat äh, so vorgekommen, und äh, ändert sich jetzt durch momox auch nicht. <laughs> По сути дела, работают по той же модели, что и букинисты, что и антикварные магазины, торгующие книгами. Люди, которые продают этим сервисом свои книги. a часть возвращают себе часть расходов, часть денег, которые они когда-то за эту книжку заплатили. Издательства и авторы с этого ничего не имеют. Это проблема есть, но она, конечно, не нова, как вы понимаете. Das ist wirklich das Problem eines jeglichen Zweithandels, ob sie ein Auto ein gebrauchtes Auto kaufen oder verkaufen, es wird dafür kein Neuwagen benötigt, ob sie Garderobe weiterverkaufen, also dieser second hand Handel ist in der Tat immer zum Schaden des Firsthand Handels. это касается и других товаров. Торговля поддержанными вещами в целом, она отчасти наносит ущерб производителю. Когда вы покупаете поддержанную машину, значит, вы не заплатите деньги за произведенную новую машину этому самому производителю или дилеру. Если вы покупаете одежду в секонд-хенде, опять же, производитель одежды не получит деньги за новую проданную одежду. Так бывает всегда. Wobei das nicht von jedem Verleger, von jedem Verlag so negativ gesehen wird. Sie werden Andreas Rötzer morgen kennenlernen oder, oder übermorgen kennenlernen können, der Verleger von Mattes und Seitz Berlin, der selbst sein verlegerisches Tun so bezeichnet, dass er sagt: Im Grunde denke ich wie ein Antiquar: Ein Buch hat nicht nur ein Leben, ein Buch soll ein langes Leben haben und nicht unbedingt nur bei einer Person. Но надо сказать, что некоторые издательства, наоборот, приветствуют такой подход. Не все думают только о прибыли. Вы на днях, завтра или послезавтра познакомитесь с Андреасом Рёцером. Он представляет берлинское издательство «Маттес und Зайц». И вот для него как раз важно, что книга будет жить не одной жизнью. Она проживет много жизней, не обязательно только на книжной полке одного человека. Он сам говорит, что думает скорее как букинист, а не как издатель. Aber, und äh, da äh, haben Sie vollkommen recht, äh, irgendwo besteht natürlich die Gefahr, dass das Verlage nicht mehr von dem, was sie äh, produzieren, leben können, weil es äh, zu fröhlich weiterverkauft wird im Second hand bereich Da bin ich wieder mehr bei, bei Peter Klaus von äh, Kreff äh, von vorhin, äh, der sagte, äh, dass dann Verlage sich natürlich auch über die Buchpreise Gedanken machen müssen. Но опасность, конечно, есть. Автор вопроса прав. Если слишком активно будет развиваться этот рынок поддержанных книг, то у издательств будут проблемы с выживанием. И тут, возвращаясь к тезису Петра Крауса Фомклефа, скажу, что издательствам придется вновь задуматься о ценообразовании. Второй вопрос имеет ли в немецком обществе шансы на успех издательства, которые не задумываются об экологической составляющей своей деятельности или таковых вообще уже не осталось? Существует ли различие в экологическом поведении у крупных и мелких издательств? Тица это фрага. Äh, haben die Verlage, die nicht an die Umwelt denken, überhaupt noch eine Überlebenschance? Oder sind in Deutschland diese Verlage schon ausgestorben und alle denken an die Umwelt und wollen grüner werden? Gibt es Unterschiede bei diesem umweltbewussten, nachhaltigen Benehmen bei größeren und kleineren Verlagen? Also, die Umweltschädigenden sind, sagen wir mal, was, was, was könnte, was könnte die, die Verlage aussortieren? Es sind letztlich vier Konsumenten. Wir sind die Einzigen, die darüber entscheiden können, oder auch der Buchhandel auch, aber letztlich dann auch die, die Käuferinnen und Käufer. Wir sind die Einzigen, die sagen könnten, ich kaufe nur noch Bücher, die mit ökologisch äh, äh, zertifiziertem Papier hergestellt worden sind und so weiter. Die könnte ich selbst als Kunde aussortieren, die Verlage. Ну, смотрите, от кого вообще зависит, выживет издательство или нет, от того, кто будет покупать или не будет покупать его книги, от потребителей, от нас, покупателей. Ну, от торговли книжной, конечно, тоже, но в первую очередь от э, читателей это их дело решать: все, начиная с сегодняшнего дня, я покупаю только книги на определенной бумаге, только тех издательств, которые думают об экологии. Или мне все равно

Und was das ökologische Denken und Arbeiten von Verlagen äh, betrifft, da war jetzt äh, bei den Recherchen, die ich betrieben habe, wirklich auffällig, dass so richtig sehr ökologisch aufgestellt vor allem die, die kleinen Verlage sind. Kleinere Verlage, die natürlich auch den Vorteil haben, unter Umständen mit kleineren äh, Margen, äh, mit kleineren Auflagen arbeiten zu können, wie die Büchergilde, wo auch mal Restpapiere und Restmaterialien ökologisch sinnvoll eingekauft werden können. И еще одна вещь. Когда я искал информацию для вот этого вот доклада, я поняла, что гораздо экологичнее работают в основном издательства небольшие. У них больше решимости, они демонстрируют большую готовность следовать этим принципам. Да у них есть преимущество меньше тиражи. они могут себе позволить ä, покупать какие-то остатки сырья и печатать на них, безусловно. Но вот такая история тоже есть. Это можно сравнить наверное с судами, чем больше судно, тем тяжелее оно маневрирует. Vor allen Dingen nehmen sich kleine junge neue Verlagsgründungen auch auf die Ökologie als Geschäftsmodell vor, also inhaltlich wie aber dann auch selbstverständlich in der Umsetzung. Ну и еще молодые издательства, новые небольшие молодые издательства часто делают это частью своего бренда. Они открыто заявляют, что они э, работают зелено, экологично и за счет этого тоже смогут завоевывать свою позицию на рынке. Es korrespondiert so ein bisschen im Moment mit äh, dem, mit einem Deutschland, was in verschiedenen Ecken äh, gerade anfängt, grün zu werden. Äh, grün, also im Sinne von nachhaltig und, und ökologisch, Sie haben es vielleicht mitbekommen, wir werden im Herbst wieder wählen. Jetzt haben die Grünen die ökologische Partei zum ersten Mal eine Spitzenkandidatin. Äh, wir haben sehr gute äh, Aussichten in die Regierung einzuziehen. Und das ist so in verschiedensten Bereichen des Landes etwas, was gerade anfängt. Это соответствует вообще общему тренду. Так, в принципе, живет Германия сейчас, так она меняется. Все больше и больше устойчивого развития, все больше и больше экологических зеленых идей. Если вы следите немножко за новостями, то вы, наверное, знаете, что осенью пройдут очередные выборы в немецкий парламент в Бундестаг. И вот впервые у партии зеленых на этих выборах будет собственный кандидат на пост главы правительства, на пост преемника Ангела Меркель, федерального канцлера. Раньше они как-то этим не занимались, а теперь такая женщина есть. И больше того, по опросам Das betrifft auch das Freizeitverhalten. Das Gärtnern ist wieder, ist wieder angesagt. Ähm, auch Guerilla Gardening. Äh, irgendwie in einem Park, der nicht schön ist, ein paar Tulpenzwiebeln in die Erde drücken und im nächsten Frühjahr hat man den Garten verschönert. Alles das sind Dinge, die, die gerade hier in Deutschland sehr in der Luft liegen. Или, допустим, сейчас садоводство снова очень стало популярным, многие люди этим занимаются, всякие городские интервенции, пиратские огороды где-то там в парке, где можно пару тюльпановых луковиц или каких-нибудь овощей посадить, и они там вырастут потом на следующий сезон. Это все есть, это все движется и меняется, это многих охватывает. Und jetzt zeige ich Ihnen doch noch meine Weinflasche. Ich habe von Samenpapier auf Buchcovern vorhin gesprochen. Äh, neulich im Supermarkt entdeckt Wein. Auch hier sehen Sie vielleicht, das ist ein Samenpapier, sieht äh, sehr unansehnlich, un, so, so uneben aus, aber da sind kleine Samenkorten drunter. Все-таки покажу я вам бутылку. Вина сегодня. Это вот как раз недавно мне в голову пришла, стояла на полке у меня. Я говорил про э, книжную бумагу для обложек, в которую семена цветочные вплетены. А вот тут та же история: на этикетке вина э, на этикетке как раз тоже очень хорошо видны эти неровности. Она сделана из такой же бумаги, где есть семена растений внутри. Э, так что это не только книжное производство охватывает. Да, неровно выглядят, но тем не менее семечки. Und es ist natürlich in Umwelt, in ну, естественно, это био вино. как вы можете себе представить. Конечно, без такого сертификата или без такого эко-лейбла тут тоже обойтись не могло. So, sie sehen, das mein Mann hat sie auch И вот вино такое тоже пользуется популярностью. Очевидно, еще из-за этого его мы купили. der uh, бы же nächste Frage. Uh, stellen Sie sich vor, Sie sind Verlegerin in einem sehr kleinen Verlag, ein kleiner privater Verlag. Sie haben nicht so viel Geld übrig, da Sie einfach nach links und nach rechts spenden wollen, mhm. aber Sie möchten trotzdem grüne Arbeiten. Wo würden Sie anfangen, wenn die Mittel eingeschränkt sind? Also, je eingeschränkter die Mittel, desto mehr würde ich versuchen, bei mir im direkten Umfeld was zu machen. Ähm, als ich diese, diese Idee von Katapult gelesen habe, äh, vor der eigenen Haustür quasi in Wald zu pflanzen, das fand ich so überzeugend und bestechend. Vorhin kam ja auch schon die Frage der Kompensationen: Wo geht das Geld hin? Kann ich den Firmen trauen? Wenn ich selbst etwas anfange, habe ich die Kontrolle drüber. Вы знаете, если ресурсов не так много, то имеет смысл сосредоточиться на непосредственном, ближайшем своем окружении, буквально перед вашей дверью, в собственном дворе. Помните издательство «Катапульт», который начали лес под Грайфсвальдом сажать? Мне так эта идея понравилась, потому что это потрясающе. Вы не покупаете чужие сертификаты, где вы, может быть, и правда не до конца доверяете, не знаете этих людей, не можете проконтролировать, правда они там где-нибудь в Бразилии лес посадят или нет. А тут вы сами сажаете лес у себя дома, полностью все контролируете, и это все хорошо работает, и вы компенсируете вред, который наносите природе. Und es lohnt sich wirklich der Blick, es gibt, äh, es gibt so viele Anbieter, Druckereien, technische Betriebe auch, die umstellen, die ökologisch sinnvoll arbeiten. Die muss man einfach suchen und finden und äh, dann mit denen zusammenarbeiten. Also das ist dann so eine kleine Bewegung, die sich gegenseitig stärkt. Und da kann man aber wirklich vor der eigenen Haustür beginnen. И можно же поговорить с партнерами по книжной отрасли. Посмотрите, наверняка есть и в вашей стране, в вашем городе много компаний, типографий, производителей сырья, которые пытаются тоже работать экологичнее, предлагают соответствующие продукты. Пообщайтесь с ними, найдите партнеров. Это то же самое, работа в собственном дворе. Еще один вопрос. Мы уже по предыдущей лекции поняли, что электронная книга не экологичнее обычной, если только не читать ее на смартфоне, который у тебя уже есть. А аудиокнига, ведь для этого обычные гаджеты, как новые гаджеты, как правило, не нужны. Aus der äh, Vorlesung von Herrn von Kleff wissen wir schon, dass ein E-Book nicht unbedingt umweltfreundlicher und grüner ist als ein normales Buch auf Papier. Es sei mhm. denn, man liest diesen Text auf einem Smartphone, auf dem Handy, was man ja ohnehin schon hat. Was, äh, wie, wie sieht es mit Hörbüchern aus? Für Hörbücher braucht man ja keinen Reader zu kaufen. Das ist völlig richtig. Hörbücher können Sie überall hören. Hörbücher kann man eben auch auf dem Smartphone hören und zwar angenehmer hören als, als, als lesen. Ja, also das Hörbuch als solches, das ja sowieso nicht mit Papier quasi in Berührung kommt, ist im Grunde genommen ein äh, sehr ökologisch nachhaltiges Mittel. Es ist halt hören und nicht lesen. Es ist Für meine Begriffe ist es eine, eine andere Art von, von Rezeption. Вы абсолютно правы. Конечно, для аудиокниги не нужно специально ничего покупать. У вас уже, как правило, есть смартфон, и вы с него можете все послушать, и это, безусловно, даже будет, может быть, и приятнее, чем с какого-то другого прибора. В целом, аудиокниги – это очень хороший новый формат, который с бумагой никак не связан, и при условии не покупки других каких-то технических средств для их прослушивания, это все очень экологически чисто. Но, понимаете, это другое восприятие. Вы не читаете, а слушаете. Это совсем другой формат взаимодействия с контентом. Und wenn man sich die ganze Bandbreite des Buchmarktes anschaut, äh, es kann ja nur ein kleiner Teil als Hörbuch überhaupt umgesetzt werden. Also Kochbücher, Bildbände und das alles fällt ja natürlich flach, ne? Es ist ja nur ein kleiner Ausschnitt. И надо понимать, если посмотреть на всю м ширину ассортимента книжного, то далеко не все жанры вообще подходят для Издание в формате аудиокниги. Ну, вряд ли можно издать в виде аудиокниги кулинарную книгу или э, фотоальбом. Э, это очень небольшая доля. Все остальное не получится в этот формат перевести. Э, следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, а не внесла ли пандемии коррективы в планы издателей по отказу от пленки? Не поступали ли от книготорговцев запрос об упаковке книг в пленку на фоне страха читателей перед вирусом? Der Wegen Corona. Hat das wirklich funktioniert? Hat der Wohandel denn nicht wegen Corona gefordert, wieder doch in Folie einzupacken, aus Angst vor Keimen, die angeblich manche Leserinnen und Leser demonstrieren konnten? Zum Glück nicht. Also auf Folie wurde verzichtet, bevor Corona in der Welt war, und es hat daran nichts geändert. К счастью, нет. Дело в том, что от пленки все отказались еще до начала пандемии коронавируса, и никакого отката обратно из-за боязни микробов или заразиться во время пандемии не было. Повезло. Uh, так, некоторое время назад появилась технология Print-on-Demand. Она возможно распечатать прямо в книжном магазине, любую книгу в нужном количестве. Прочили этой технологии прекрасное будущее. Как вы считаете, почему она все же не получила повсеместного распространения? Print-on-Demand ist vor einer Weile erschienen. Viele mm -hmm. dachten, das ist die Technologie der Zukunft. Man druckt so viel, wie man braucht, gleich vor Ort in der Buchhandlung, Aber so richtig toll funktioniert hat es nicht. Was meinen Sie, warum es nicht so gut äh, funktioniert hat? Ist natürlich die Qualität. Also ähm, so gut können, also das Drucken vielleicht schon noch, aber ein, ein ansprechendes Buch daraus machen äh, mit der Bindung und sowas, das ist halt eben äh, bei einem Gerät, das nicht größer als eine Waschmaschine sein darf, schwer möglich. Und äh, das ist etwas, was, äh, was halt eben nur die spezialisierten äh, Betriebe in einer Qualität, die dann auch richtig anschaulich und, äh, und angenehm ist, äh, leisten können. Ich glaube, ja, das du ist hast der hast... Hauptpunkt. Я думаю, что главное – это качество. Понимаете, Print on Demand – это книжка, которая печатается быстро при вас на станке размером, ну, может быть, со стиральную машинку. У нее однозначно качество будет не такое, как у того, что печатается в настоящей типографии с соблюдением всех процедур, как мы это привыкли видеть. Там явно есть ограничения. И, возможно, в какой-то момент люди поняли, что этого качества им не хватает. Где-то оно тоже важно, где-то действительно пойдет такая вот печать от хок, а где-то нет. И я думаю, что основная история связана именно с этим, поэтому не так хорошо взлетела вот эта вот печать по требованиям. Вопросы, в принципе, у нас закончились. Есть две реплики, которые я... Одна реплика, простите, которую я обязательно зачитаю от литературного агента Татьяны Ван Приветствую всех участников встречи. Хотел бы поблагодарить госпожу Хербершлаб за интереснейший доклад и новые подходы при решении актуальных проблем введения издательского дело. Это все, что я хотел сказать. Есть только один комментарий, и это благодарственное слово Татьяны Ван Ят. Она литературный агент. Она говорит, привет всем участникам этой фелега Шуры. Und herzlichen Dank an Frau Herber Schlapp für diesen sehr interessanten Vortrag über neue Ansätze äh, bei der Lösung aktueller Probleme im Verlagswesen und in der Buchwelt. Vielen das Dank. War's an dieser sehr Stelle. gerne. Спасибо большое от вет на эту реплику. Я Auf Wiedersehen. <laughs>